Всем привет! Сегодня суббота. Мы решили, тут намечается парад. Вот бомжи едут, видите? Парад бомжей. Кофе у них тут, уикенд, короче, у них проходит. Дринкс $1. 13, 10, 11 лет. Мул, это мул или бык. С собаками люди пришли. Ребята, все очень дружелюбны. Собака есть. Собака. Ну, шагает она. Этот парад происходит с 1905 года. Каждый год. В этом городе, да? Да. А основательно он уже организовался в 1912. В 1905 году. Почему его вообще начали делать? О, боже, этот оператор. Зачем ему вообще нужен был? Они же в футбол играли, американский. Ага. И они очень сильно хотели выиграть. И чтобы поддержать дух команды, их сокурсники, наверное, нарядились в тряпки. Женщины, мужчины нарядились в тряпки, в простыни. И начали ходить по улицам. И это всех очень развеселило, весь город. И они пришли поддержать футбольную игру. Ага. Я не помню, вот я почитала, выиграли ли они или нет, но... Парад остался. Да. Несколько, вот 7 лет прошло. Правительство города решило, что женщинам это непристойно наряжаться в тряпки и в простыни. Поэтому его отменили. Но так как уже традиция образовалась, пришлось что-то новое придумать. И они вот придумали, что Hobo Day. Hobo Day — это день бомжа. Что они будут надеваться в разные такую подержанную одежду. И будут выходить на улицах и маршевать. Вон шарики валяют. Маршировать. И вот уже 1912, 117 лет этот парад идет. Ого. Стой, вот эта традиция продолжается. 12, 107. Ой, 170. Ну вот он и весь народ Брукингса. Кто спрашивал, где народ? Да. Вот он весь и здесь. Суббота, раннее утро. 9 утра. Ой, сколько пожарок. Алексу нравится. Откроем. Да, встанем. О, так нужно заходить на эти. Что, вытащишь, Алекс? Зачем? Ну так хорошо. Ну так все видно. Хай. Хай. О, вот как он косил. Ой, конфетки раздает. Кенди. Держи! Раздают конфеты. Снимаешь? Да. Что так низко ты снимаешь? Снимай, не стесняйся. Да я не стесняюсь. Я вот что там зови? Кенди кидают из этого. Смотрите, из пожарных дети кидают конфеты. Попал. Люди подыгрывают. Что же? Это мы уже немножко опоздали. Что написано? Бомжи, которые спасают жизни. Видишь? Это, как сказать, скорая помощь. А, бомжи. Скорая помощь. Бомжи, что ли? Да. Ну, это Hobo Week. Ну, какая машина красивая. Смотри, как весело, сколько народу. Ну, Алексу раздули сегодня. Кенди кушает. Все, ну кенди хватит. Берем. Домой возьмем, целый год будет есть. Это секьюрити. Смотрите, какой зайка. Нужно на Алексу сделать. О, зайка! Зови сюда его. Да он теперь на той стороне. А, там с института нарядились просто. Ой, может нам с ним спотаться? Ну давай, зови его. Ну, не хочу так перебежать. А что не хочешь? Okay.
быстрее. Thank you. Thank you. Не говорите, разговаривайте. Саша Павлович, какая-то школа. Школа Брукингса идет. Да. Что ты загородил, Алекс? Ой, прости, Алекс. Дай ему по барабану. Он сидит. Надо вот так ему немножко. Эй. Ой, прости. Кенди его. О, такими ружьями идут. Какие ружья? Это зонтики. Вон ружья у них под мышкой. Все накрашенные девчонки так красиво идут. Ну да. Видите, нарядились пакеты. А смотри, смотри, по коньяк это. Прикольно. Уже такая серьезная идет. Ну, девчонки же, да, это? Да. Классно. Снимай трансфер. Да сейчас, сейчас. Классная музыка. Как она старается. Дирижирует. Ну классно такая. Представь, это школьники. Это школьники, да? Да, это школьники. Вообще классно. Вот эти трибуны поставили не только для важных челов, а для всех подряд. Это такая атмосфера. Как это называют? Да, веселая. Как это называют? Скажи сейчас. Парад бомжей. Какой старый грузовичок. Чок-чок. Времен Великой Отечественной, я так думаю. Вон, конфеты раскидывают. В таком позорном автомобиле. Ага, это кто идет? Тут уже больше, чем полколонны прошло. О, это интернациональный офис. Типа со всех стран собрались. А это, наверное, привет из Германии. Школе, привет, привет. Да. Со всех стран собрались, да. Да, несет. Каждый свой флаг несет. А русский-то есть? Швеция. И что это? Швеция же, да? Америка. Россия. Россию не вижу. Россию тоже не вижу. Что-то кто там идет-то? О! Еще один бомж едет. Да. Такие все холеные. Алекс, парад, Алекс это, наблюдает. В честь чего парад? Вообще парад этого института. Мы еще видео снимаем, там все подробно рассказываем. Ой, это медсестры, по-моему. Медсестры идут. Фармацевты. Вот они, девчонки. А, медсестры, медсестры. Вот здесь и нюрсинг. Алекс, попроси эту конфетку. Thank you so much. Вот там весь народ Брукингса. Кто-то спрашивает, почему никого нет. Да. Нет, просто народ Брукингса собрался на раздачу конфет. Все да. Хотят халяву. Все хотят халявных конфет. Несмотря на то, что это Америка, да? Что пишут? Ну, пишут праздник, что ли. Да, для нас праздник, это парад. Парад бомжей, да? Мы сейчас просто показываем, что мы видим. Просто так показываем. О, это что за детишки? Не знаю. Детишки бомжей? О, это католическая школа. А-а-а. Короче, понятно. Эти, как сказать. Алекс, они замечают нашего. Да зачем? Ему и так ему хорошо хватает. Ему хватает. Алекс, у нашему с Кенди очень хорошо движется. Ой, смотрите, как это там. Это типа они на корабле Ноя плывут. Да, наверное, на арке Ноя. Или они в облаках, они в небе, и тут радуга. Что-то пишут тут. Юра, привет, я Евгений. Привет, молочная сказка, где раньше работал. Евгений. Привет, привет, Евгений. Да так. А. Ой, раздают конфеты. Ну, если стоять, конечно, просить, они, конечно, дадут. Просто ему хватает так. Мы же в Кенди,
Вау, сейчас... там такие, смотрите, спортивные машины. Вау. Вау. Баги какие-то. Не, это не баги, это эти. Гоночные. Вау, какой серьезный чел. Газовать боится сильно. О, велосипед. Это велосипед вот этот. Он там педали крутит. Прикольно. Знаешь, на нем сколько? 60 км в час можно разгоняться. На таком велике? Да. Вау. Он обтекаемый, видишь? Вау, еще бомжи едут. Да, самые бомжистые бомжи. Шевроле, это как? Шевроле Камеро, да? Каморро, слушай, Каморро. Это королева университета. Вау, привет, королева. Привет от русских мальчишек и девчонок. О, это школа, это школьники вон там. Вау. В лучших традициях советских. Вон тоже бомж едет, смотри, какая некрасивая, абсолютно сломанная машина. Да, о, слушай, а там это, оркестр идет какой-то. О, это исторический клуб идет. Вау, там оркестр прет, ребята, такой классный оркестр. Наташа загородила. Да он все видит. Снимай, снимай, чтобы рука не тряслась, а то плохо видно будет. Что это школьники? Товарищи, в городе 20 тысяч населения, представьте. Алекс, круто, круто. Тачка. Какого это интересно будет? Не, это, наверное, может это, как тебе сказать, сделал самый человек. Бывают, делают такие любители. Там дальше едем. Бродвей, это танцевальная компания. Все, компания, танцевальная школа для детей. Раздача конфет продолжается. Вон они, смотрите. Дети какие довольные, счастье. Помню, что они... Октябрь написано, это месяц, это в Америке месяц фармацевта. Вон они там таблетки, шприц. Девчонки красивые идут. О, все в розовом. А что такое, школа это или да, что? Да, ну это танцевальная. О, дэнс, дэнс. Алекс замерз, да? Нет, они. Да, Алекс, ну хорошо. О, бегают.
бы все прям новейшие последнего выпуска. Ну. Наверное, потому что бомжи это. Наверное. Деньги никуда не надо тратить, машины покупают. О, а здесь смотрите, бабушки собирают конфеты. Что, конфету надо? Это что такое? There you go. Thank you. Накидали. Так, вот это какой-то магнит, что ли, или что это? О, это что такое? Какой-то флаг, не американский. Так. Ну, вроде идут. О, подружка пришла. Hello, hello. Hey guys, how are you? Christy Megan, you're my boss. Well, they need a voter, but you'll be a voter too. Начальник. С администрации с какой-то. Я начальник какой-то. Нет, может, она голова? Сказала, что ты мой начальник. Ну, потому что она на город работает. Ты мой начальник. Наня, ты менеджер администрации. Да. Вот это уже это, high school идет. Вот они, девчонки, пошли, красотки. А, ну и мальчишки там есть. А это шагает. Это тоже. Хайскул хуже всех. Лучше всех была мидлскул. О, бомж на BMW. Американская машина BMW. Да. Его папа он снимает. Всем пока. Алекс, скажи, всем пока. Алексу некуда. Да, он конфетами там занят. Все. До свидания. Университета, еще одна какая-то королева. Ладно, все, пока. Королева на кабриолете. Ну, пацаны собирают. Смотри, сколько нас собирали. Да пусть собирают. Да я прикалываю. Так, это кто идет? Блин, хорошо, что мы сходили. Я не думал, что так весело будет. Думаю, скучно пройдут. И все, ребята, оказывается, совсем даже не скучно. Из всех парадов это самый лучший, самый веселый. Тут есть на 4 июля, ну на День независимости. Вау! Дети раскидывают конфеты, продолжают. Сникерсы будешь ему дать? Чего? Мама, ему хватит конфет. Я у него забрала. Ну ничего не надо. Вот, смотри, какая машина. Сейчас ты садись. Ну давай комментируй, ему же видео снимать. Да что комментировать? Кто это едет? Не знаю, Ласа. А, это латиноамериканская ассоциация в Бруклинсе. Латиноамериканская. Да, латиноамериканцы идут. Вон, мексиканцы, наверное, там всякие. Бразильцы, да? Да, мы в Латинской Америке. Ну, все ребята равны. С Америки ты, с Африки или еще откуда-то, или из России. Правда, вот русских флагов я не видел пока. Флагов ли? Вот тут русских в университете тоже полно. Полно? А почему нету их? Может, будут еще? Да сказали, русские за границей не разговаривают друг с другом. Так что, ну, вы понятно. Их и не увидите. О, это что такое? Тоже что-то в группе. Какая-то ассоциация. Южная Дакота. А, FIFA, это футбольная, что ли? Или что? Это будущие фермеры Америки. На бочонке едут. Тут нам объясняет парень. Мы-то по-английски не бум-бум. Ой, грязный, смотри, фермер. Да я знаю, да я знаю. Бомжи типа эти. А, не бомжи, а фермеры. Фермеры, ну. Грязные. Какая классная. Работяги. Я офигею с нее. Ой, это кто? Это кто, спроси. Кто же знает? Не знаю. А это мужики-фермеры. Это, наверное, этот какой-то... Рэперы? Нет, это... Как это? Fraternity. Что это? Господи, как это? Ну, может, кто-то подскажет fraternity, что это такое. Я не знаю, забыла. Пацаны, потому что видели одни пацаны такие здоровые все? Ну,
чем это связано? Ну, потом посмотрим, может, я найду. Он машет руками, смотри. Ребята, смотришь вот это все, и хочется в ответ макать руками. Ну весело! Да, так прикольно все. Мы же вообще люди же сами себе создают настроение. Да, можно сидеть в подвале, тосковать, а можно веселиться. Ой, собачка какая классная! Вон там наряженная собака. Собака. Эй! И укусит тебя? Да, человек прям там. Он лев, лев ходит. Лев, Алекс. Ряженый. Вау! Спрятался! Он не замерз, слушай? Hey, go! Thank you! Thank you! Охотится! Another one? Thank you! А вот автобусы, на которых возят детей в школу. Вот один автобус. Это платные. Ну и что? Это один автобус, там дальше другой. А там дальше идет... музыка, поэтому я камеры зарядки мало осталось. Сниму музыку. Вот приближается к нам банда стрелок, да? Да, девчонки идут, смотрите, да. С какими флагами. С другой... Блин, как им не холодно? Да ужас. Ну, они, наверное, стараются, работают. Пропитываются. На улице-то, как сказать, не лето. Морозилка, мы в куртках все, они идут. Они сейчас это себе, менингит заработают. Пожалуйста. Ну, шагает она. Как оловянный солдатик. Ну, давайте музычку. Как школьники. Дай, подожди, скажу. Вот чем дети занимаются и почему их не видно. Они учатся играть на инструментах, этим спортом занимаются и всякими вот такой ерундой, чтобы на улицах не болтаться. Они покупают родителей форму. Нет, нет. Дают. Это все им школа предоставляет. Сенатор. Кто? Это штатный сенатор. Вот это? Да. Штатный сенатор. Идет, распахивает. Вот смотрите, как сенаторы ходят. О, это тайквондо. Это я куда Алекса водила? Тайквондо. Вот это учительница его по тайквондо. Вот это? Да. И вот это учитель тоже. Он раздает визитки. Горячие ребята. Да, это натуральные ресурсы, они за экологию, в общем. Что-то слабенькое человек. Ну, мало за экологию. Да, что-то не борет конкретно. Ой, собачки идут. Это кавказская, по-моему, овчарка. Похоже, да. Похоже. Маленькая. Да не, нормально. Нормально? Кавказская, похоже. О, старенькая машинка. Кабриолет. Это Mercury называется. Mercury. По-моему. А, Chrysler. Chrysler Mercury, по-моему. О, на роликах. Вау, на роликах едут. Хоккей. О, это хоккей. 19 октября бесплатный хоккей. Try hockey. А, попробуй хоккей за бесплатно. 19 октября. Брукингс. Рейнджеры. Смотрите, какие все спортивные идут. Женщины. Ой, вообще в пижамных штанах мужик идет.
хотят поучаствовать, поэтому так. Не могут же на коньках тут ехать, они ролики надели. Ну, никто не спорит. Кто это, кто это? О, это ветеринар. Там духовой оркестр. Ветеринары, ветеринары. Ну что, подожди, оркестр опять. Ребята, батарейка садится, поэтому будем стараться снимать оркестры, да. Чтобы интересно вообще было. Вообще весело, просто такое впечатление от них классное. Да. Посмотрите, овечка. Тут некоторые пишут, где, что... Где, прям настоящая овца, что ли? Точно, овца сидит. Бегает. Ну вот как не снять, а? Да, офигеть. Давайте Алексу положим одну. Так, кого дай? Тебе я в не жадная. Все не стесняются, собирают. Видите, с той стороны дети стоят с мешками и набирают конфеты. Такое ощущение, как будто... Как будто голодные, да? Да. Но ничего позорного в этом нет, я считаю. Нет, ни то, что они голодные, просто весело это дети. О! Овцы! Здоровается с нами овца. Вот этот джип этого парада. Парадный дух. Это вице-президент финансовой администрации университета. Ага. Важный, короче, на отдельных машинах ездит, да? Важный такой чел. На ранглере. Город Волга? Крестьянская школа, да. Это тут есть город Волга, видите? А вот на огромном джипе. Не знаю, кто это. Не джипе, а этот пикап. Пикап. MLS Club. Ну, смотри, что-то микроскоп, что-то наверное, с этим. Химики какие-то. С медициной, с химией связано, да? Да. Ну, уколы вроде, да? Наверное, микробиологи, что ли. Да, там этот, клетка. Микробиологи. О, какая наверное. Тачка. Что это за машина? Симпатявая. Низенькая. О, это сенатор Майк Раунс. Он упаковался. Закрылся сенатор. Да. Это что за вертолет тут? Это клуб этих... Летчиков. Да. Вот они, ребята. Прикалываются, пацаны. Ну, учились же, смотрите, все вместе все делают. Это кто? Что за это? А это Йенстен. Ну, тоже школа, школьники. Школьники. Нет, белый, синий, красный, по-моему. Короче, мы решили, что это русские. А что находится? Секьюрити. Ну что делать? Сейчас девочку уберет. А, нет. Думаю, сейчас девочку скажет. Секьюрити пошел куда-то. Мы стоим. Музыки не слышу. Вот этот в значках весь, это security, охранник. Да. Это он раздетый какой-то. Как им тяжело. Музыка, наверное, это самое крутое. Ну хотя. Они вон там включаются. Ой, это тоже какой-то сенатор идет. Сенаторы, видите, как гуляют? Ну, это не сенатор, наверное, это ну какой-то с администрации какой-то. Нелсон. Кто он такой? Нелсон. Это state attorney, это главный прокурор. Главный прокурор города вот это ходит. Да. Представляете? По улицам. Universal Tier,
делают, как это? Колесо. Колеса делают. Смотри, смотри, вот девчонки. Замерзла. О, это со сломанной рукой, смотри. А вот. А, тоже пришел на парад. Они пока пройдут, эти колес понаделают. Устанут, как собаки, да? Ой, не говори вообще. Ford Expedition. Ну, у нас на таких только крутые директора заводов ездят. Или члены администрации. Тоже сенатор? Ну, страх. Ну, он крутой сенатор. Там, наверное, сзади сидит у тебя на телефоне. Буду я тут с кем-то общаться. А, это католики, короче, ну тоже с какой-то этого. С церкви с какой-то. Католические студенты они. Католические студенты, да? Да, вас все любят, пишут. Бог самый лучший. О, тоже сенатор какой-то, где это он? Какой? А, это просто они несут эти. Как сказать? Их кто-то спонсировал. Да нафиг они не нужны. О, там смотри, какой старенький форт. Сенатор как раз и едет. Of course, we all love my grounds. Давайте. Что-то у нас много сенаторов. Yeah. My grounds is running for US Senate. Got it. All right. I gotta get out of here. Forklift for Senate. Thank you. Они то ли выбираются, то ли что, сенаторов-то всего 100 человек во всем, во всей Америке. У нас тут уже 5 прошло. Ну, наверное, приехали на парад. А, так это же выборы. Выборы в следующем году будут или в этом? О, Трамп. Пенс. О, какая машинка, блин. Трамп и Пенс, это... А это кто? Тоже сенатор? State Senator Джеко. Тоже сенатор. Откуда они взялись-то все? Я думаю, их всего двое. О, какая вот тачка вообще классная, старинная. Вы, избиратели, вышли посмотреть на своих сенаторов, да? Типа этого. Ребята, надо сказать, я думал, парад, ну там будет минут 20, минут 30. Это уже час, наверное, уже. Нескончаемый что-то. Нескончаемый, да. 45 минут, как минимум. А у нас сегодня гости, нам еще готовить. Да. Ну ничего страшного. С хорошим настроением все легко получается. Сенатора не несут. Сенатор-то опять. Давай. Я с сенатором поздоровался, ребята. Я еще такое. Какой-то фарм. Где корова? Да вон там, с той стороны корова. Сенатор все ходит. Сломал уже. Сломал уже. Такой веселый второй раз, дай кто-то. Вот смотри, смотри. Нам вот сыра дали. Да, мы сыром взяли. На халяву раздают. На халяву и уксус сладкий. Да. Колотовщина тут собралась брукинская. Бомжи одни. Бомжи раздают, да, им. О, а это эти, как сказать, военные. Да, армия. А у него ноги не замерзли? Нет, у него все теплое. А это что за школа? Какая-то школа. Какая-то база, какой-то школа. Короче, все стараются как могут. Ну,
снег убирает этот трактор. Видишь? Причем, знаешь что? У всех разная музыка, у всех банд. Ну они, да. Они как-то договариваются. Ну, наверное. Света, будешь сыр? Алекс, покажи. Ребята, сыр вкусный. Я не знаю, что это такое. Может, газонокосилка переделана? Это мотор от газонокосилки. Ой, смотри, как едет! Воу! На двух колесах. О, а это что такое? Дочь. Не знаю. CSF. Что это такое? Ну, это пожарный опять. Да, смотри, балдеет нас. Да, да, блин, смотри. Такое лицо. Ремок не включить. Какой-то Stampede Ambassador. Она на лошади катается и это, ну, на чем-то, короче, трюки исполняет, что ли, или что. Сотка есть. Вообще такие, такая вообще накрашенная вся, молодец. Велосипедисты? Смотрите, какая здесь. Вау, какие трюки. Ой, смотрите, девчонка какая накрашенная едет. Смотри, без шапки. Вообще. Вау. Смотри, разные ботинки у него. Ой, сыр. Ну-ка, кидай интересно. Ну, давай, в руку. Сыр раздают. Thank you. Давай, я убью. Ты хочешь? Oh my God. Смотри, все голодные. Все голодные, сыр. You're popular. Будешь? Я тебе открыла. Ну давай. Да. Я вам скажу, сыр офигенный. Женская регби. Регби. Игра. Регби, регби, как правильно? Регби. Ой, я думала, эта девушка стоит. О, мощные девчонки. Прикольные. Со всех машин летят конфеты. О, мотоцикл. Вау, какой мотик классный. И что он не сядет-то на него? Ой, там еще банда идет, ребята. Давай их подождем. А, смотрите. Я не знаю этого пацана. Может, на велосипеде который? О, как садится тяжело-то, смотри туда. Опа. Да, точно, я его знаю, с ним в кафешке работала. Мич его зовут. О, это японцы или кто это? Да, что-то такое. Нет, не японцы. Корейцы. А, корейцы, Южная Корея. Да. Это что, сейчас уже по странам пошли? Нет, просто так влепили страну. Смотри, сколько корейцев. Самые умные девчонки хоть в водолазках и сверху наряжены. Ну да. Ну что? Арлингтон, это что такое? Арлингтон — это школа тут недалеко. А, город Арлингтон, да? Есть. Да. С другого города. Ну надо же, натренировались. Передняя же не видит задних, да? Нет. Ну она делает свою часть. Вот они сейчас становятся. Ну такие серьезные. О, машинка, смотри, какая-то. Где? Вон, машина, смотри, какая. Старинная машина. Student Association President. Президент и вице-президент этого. Университета? Да. Вот он, который живет недалеко. Ну видишь, там включили, нам не включили музыку.
проходят, не нам уже не все клюет. Это кто такие? Звери пластмассовые. А, охотники, может? Смотри, с луками со всеми. Смотрите, какой трактор. Это, наверное, типа фермеры какие-то. Это кто, дочь, фермеры? Да, фермеры. Кукуруза крашеная. Я что за девчонки, пацаны, дочь? Не знаю, какой-то клуб. Это электромобили, да? Футбольный клуб. А, футбольный. Сокер, сокер, футбол. Ну футбол. Европейский футбол. Европейский футбол, да. Ну, вот точно, мячики катят. Ой, это будущая снежная королева. Бедные, раздетые, а? Замерзли, как собаки. Смотри, сейчас машину свалят. Боже мой, был бы это трак какой-то, пикап. Так они специально старенькую машинку подобрали, видишь? Ужас. Так это этот fraternity, я посмотрела, это типа братство. Там либо только пацаны, либо только девчонки. Как это называется? Искрасили весь движок, смотри. Короче, они ее выкинут после этого парада. Боже, она сейчас, наверное, сдохнет. Смотри, она вздыхает. Да я бы не сказал, что она вздыхает. О, гуд! Там пацан сидит, вы что, дураки, что ли? О, молодцы! Креативные ребята. Ну, это все как-то... А это что за принцессы? Ну, они хоть в этих, блин. А, это снежные королевы. О, ну так эти одетые, да? Слушайте, они же бомжи, поэтому да, они это, так... За пацанами идут красивые девчонки сразу. Вот они, еще одни красивые девчонки. Вау! Какая-то осенняя принцесса. Господи, тут принцесса, весенняя принцесса. Королева, не принцесса. Зимняя. А чтобы никому не обидно было. Смотрите, ребята, сделали этого. Это мул. Бык. Это мул или бык. Бык какой-то. Все лицо разрисованное. Он типа его это. Если что, можно пойти сразу за этим оркестром. Да, конечно, надо пройтись. А то мы замерзнем. Да, все, мне уже надоело стоять на одном месте. Еще спину дует так нехорошо. Пройдусь вместе с оркестром. Смотрите, на специальных этих креслах кофе у них тут, уикенд, короче, у них проходит. Смотри, как классно. А что, да можно весь путь пройти. Народу-то, смотри. Потихонечку, давайте. Ну? Thank you.
ну смотри, они серьезно расположились, готовились тоже, видать. Местные жители, смотри, Наташ. А с той стороны трибуны тоже может садиться все, кто хочет. Не то, что там для специально приглашенных гостей. Жалко, селфи-палки нет, а то рука. Я смотрю, все подпевают. А тут центр. Чего ты там собрался, дочь? По телеку. Это инвесторы этого университета. А, они по телеку, чтобы не холодно было. Да их куда пригласили. Ну там уже старички, смотрю, сидят. Весь парад по телевизору смотрят. Плясать начали. То есть мы как бы участники парада, только сбоку. Мы идем под музычку. А там полиция стоит, перекрыла движение. Ребята, немножко поели сыра. Борис, подожди. Немножко поели сыра. Кто-то поел сыра. Да, прогулялись, а я поел. Прогулялись и разогрелись. Вот полиция. О, мы догоняем тех бешеных парней, которые скакали. Посмотрите, на той стороне тоже люди сидят в таких раскладных стульчиках. И на этой. Пледами закрыты все. Ну, не все, кому холодно. А? Блэнкетами, они любят эти блэнкеты. Идем вместе с парадом. Алик идет, Алекс едет на своей тачке, Алекс excuse us. Извините нас. А, наш-то, Алекс? Ну, я же говорю там, excuse me. Ага. О, а здесь отдыхают, плащ в палатке. Легли на газон. С собаками люди пришли. Кстати, без намордника собаки. Кафешки работают. А здесь вот репродуктор. Колонка. И диктор рассказывает, наверное, кто идет. Вот такие дикторы. Прикольные. Oh.
Это какие-то турки едут или кто это? Вон еще смотри, королева. Смотри, они прут уже. Прут, погнали. Решили перейти дорогу посреди парада. Но пока никто не останавливает. Все мирно. Костер. У нас тут внук захотел срочно пить. Так столько конфет съел. Да, съел кучу конфет. С коляской не взяли даже. Это ты постой, мне интересно. 4,50 мне. Это я завтра кукурузу еще не брали. А что? Это за кукурузу. Большие памкины с 4 до 7 долларов. Ого. Сколько? От 4 до 7 долларов. До 7 долларов. А вот какая-то группа играет. Смотрите. Заправка, и тут все шляются. Идем в кафешку. Короче говоря, решили зайти в кафешку. Наши уже пошли, а я их догоняю. Короче, замерзли мы как собаки. Этому параду нет конца. Решили мы, наверное, пойдем домой, да, дочь? Да. Параду этому нет конца и края. Идут и идут и идут. Вон, смотри, какие. Красиво, красивые. Ну, сейчас, если что, с ними пойдем, будут играть, заснимем. А это что такое? Почему нельзя? Да выходи на дорогу, да тебе, ну, скажут, уйдешь. Че, по кочкам пойдешь? Давай. О, крест тащит. Вон детей сколько по дорогам ходит. Дети стоят с мешками и собирают конфеты, я уже говорил. Ребята, все очень дружелюбны. Идешь, дорогу пересекаешь, никто тебе не скажет, там, не окликнет. Ну все классно. А там на крыше студенты вылезли. Тут уже кофе продают. Организовали. По-моему, они не продают, а просто балдеют. Или продают? Продают, да? Дринкс 1 доллар. 50 центов, короче. За 1 доллар можно купить кофе и подпипать. О, так это дешевле, чем на заправке. Там доллар с чем-то. Кофе. Ой, собаки. О, видите, может видно, на той стороне, на крыше вылезли студенты и машут параду руками. Да, что-то топят, дымок идет. На халяву. Да, кофе будешь? Да, ем. Будешь пить? Буду. Вот тут на халяву раздают печенье и кофе. А что мы сразу все? Кофе мне можно? Да, ты взял печеньку? Не, не хочу я печенье. Кофе.
Cocoa or coffee? Coffee, please. Раздают печенье. Без сахара желательно. Thank you so much. О, с молоком нету. Я уже наглый русский. Thank you. Welcome. Мне тоже валюнки. Can we have one more? Absolutely. You can have two more, three more. Milk, no. Milk, no. Milk. Milk. No. Milk? I don't have any. Ты что, офигел? I'm sorry. I'm sorry. Hot cocoa. Hot cocoa. No. А что это такое? Thank you. Доча, что это? Вот это. А, это горячий шоколад. Ну, давай. Yes. I'm Russia. There you go. Is it working? Предложил мне вместо молока горячего. Yeah, thank you. You're welcome. Very much. Yeah. Like enjoy. Короче, русский... Голодовщина собралась. Русский не бомж, обнаглел. Мы же на параде бомжей. Ого, собака, нифига. Вау. Давайте обнимем. Алекс, look at that doggy. Краска, как у нашей Трини была, помните? Не, похоже, но не такая. Как это называется, собака? Мастиф это. Мастиф? По-английски мастиф. Хочешь погладить, да? Она не укусит? £212 весит. Ни хрена себе, это больше мамы нашей. Еще одна собака. Да, я тоже поглажу. Ну что? Подержи камеру. Давай. Давай. You bet! Winner, winner, winner! Thank you so much. You bet. Thank you. Пойдем. That was amazing. Ребята, мы тут развеселились. Подкрепились, развеселились. Хочется, хочется. Хочется позориться, кричать, визжать. Да. Быть несдержанными. Да, быть несдержанными. Вон там бомжи побежали. Да еще с духовыми инструментами. Дошли мы до своей улицы. Смотрите, народу сколько. Говорите, нет народу, мертвый город. Давайте. Ну все, парад далеко. Всем пока-пока. Да. Парад далеко не закончен. Сколько? Часа два уже прошло, да? Ну, полтора точно. Полтора часа. Парад идет и идет. Я не знаю, что за... Город нескончаемый. 20 тысяч населения. Всем пока-пока. Смотрите нас. Мы обязательно будем показывать что-то интересненькое. Алекс, скажи пока-пока. Алекс, скажи пока-пока. Все, он устал уже страшно. Устал наш ребенок. Ладно, всем пока-пока.